Мы поднялись, и все курсанты ликовали. Я повторила со слезами и пошла. Расстреляли все до последнего патрона. Радость величайшая. Что со мной не случилось. Смерть не страшна. С ней встречались. Этот день я никогда не забуду. Я была в батальоне, стояла на посту. Утром нам сообщают: закончилась война, победа. Расстреляли все до последнего патрона. Радости, слезы. Вот так у меня закончилась война. А победу встретили мы под Ригой. Приехал начальник химического отдела 3-го Прибалтийского фронта, полковник Филипп. И он скомандовал, понимаете, поздравляю с победой. Ну, тут вообще, понимаете, был такой фурор, что невозможно описать и говорить. Нам даже фронтовых 100 грамм дали за обед. Война закончилась у меня 20 мая. Плакала я. Меня отправляли в логово к немцам пленных, чтобы я сделала перевязку. Я расплакалась и комбату говорю, что я не пойду. Плачу. А он говорит, старшина медслужбы, повторить приказание. Я повторила со слезами и пошла с доктором. Сказала, что полчаса тому назад они у меня стреляли, а сейчас я должна их перевязывать. Уже во Львове об этом я узнал, об окончании войны. А 16 апреля я был ранен, когда началось наступление на Берлин. Во время победы, ну, конечно, ощущение было хорошее, как война кончилась. Ну и ехали ведь там в санитарном поезде, все раненые, радоваться особенно сели. Я так лежачий был, не ходячий, как говорится. Кричать от радости там никто не кричал, все стонали скорее больше. Ночью нас всех разбудили. Мы поднялись, и все курсанты ликовали. Все радовались. Это действительно было так, как я испытал горечь наступления, горечь ранения. Для меня это был большой праздник. Это был праздник, что люди перестали гибнуть, что наконец-то закончилось это кровопролитие, наконец-то мы расправились с немецко-фашистскими захватчиками. День Победы для меня – это самый большой праздник в жизни. Ночью с 8 на 9, находясь, я находился в это время в районе Торгау, и вдруг стрельба в ночное время, не как фронтовая наша, вся стрельба идет вверх. И вдруг командир роты бежит, значит, ну, Габанов к штабу, что-то такое там тоже неспокойно. Ребята, победа, радость величайшая. И кричит, что говорит, ребята, все, конец войны, победа. Но мы с автоматами, значит, стреляем вверх до такой степени, что держаться за автомат нельзя было. Радость величайшая.